listening to me, Doyle? So, as I was saying, only two things the Frenchies are any good at. Surrendering and kissing. A boring new sergeant. How are you, BT? Skying as usual. Get stuffed, you fat Scottish twig. I'm fair popular around here. You can probably tell. Keith, give Wilkins a hand, would you? Boy can't tell his ass from his elbow. Damn good to see you again. Wilkins, you blasted idiot. What are you doing, my friend? Little present for the Bosch. We call her Vera. Her twin over there is Lynn. It's the usual deal. Pre-dawn insertion. Our man on the ground is a Marquis named LaRoche. Decent fellow for a Frenchman. He'll take us to meet up with the French resistance. An oxymoron if ever there was one. But they're all we have. Да, это уже англичанин. Grab your kit and load in. Это САС. Ну, тот старый САС. Тогда у них не было таких милых костюмчиков водопроводчиков, как сейчас. Бывают. Ночная высадка. Рядом с Туси, Франция. Туси, кстати, это где именно? Я не просто, ну... Не то, чтобы я плохо знал географию. Не то, чтобы я ее знал очень хорошо. Поэтому, так сказать, я не знаю точно, где какие города во Франции. Нет, Париж, я представляю, где находится. Все остальные города очень смутно. Так и знал, что его кто-то завалит. Я думал, или я, или кто-то. Оказалось, кто-то. О, ну я же говорю, была. У них был резистенс. Да, вот это английский автомат, с которым обычно находился Ксавьер Бернард. Что, я тут один? Нет, не один. It's good to see you in one piece, Doyle. We lost Vera in the drop. Vera? Our jeep. Think you can find her, Doyle? I'll accompany the sergeant. I'll go with... У нас Стэн в руках. Кроме Стэна ничего нет. О! А почему вы все в белом, а? А, да, ведь были черные рубашечники. Они типа белые. Вот те парни, они черные клоуны, а это белые клоуны. Вот так-то. О, карабин. Его хоть перезаряжать можно нормально. Правда, надо каждый дергать затвор, когда ты стреляешь из него. Ну, классная штука, карабин. Во-первых, это карабин, он очень мощный, точный. Но дергать затвор надо. Ну, и старый, к тому же, кстати говоря. А старость... не радость. Наверное. Продолжаем веселье. Так, у нас стоит фашист. Несколько. Так, боже. Да, хорошо, стелс у нас не получился. Стелс никогда не был моей самой сильной стороной. Поэтому будем действовать по старому доброму методу. Стреляй и убивай. Слава богу, они тупые. Он мертв? Я думал, он просто прячется. Нет, Стэн неплохая штука, кстати говоря. Сейчас я вам сюрприз устрою.
Черт возьми, почему они все живы? Так, вот так, все, теперь у меня целых два автомата. По-моему, это помогло. Так, лучше. Так, так, так. Блин, тут опасно. Я буду ползать. Как обойти? Чё там, граната? Ладно, мы хоть куда-то прорвались. Представьте себе это достижение. Так, гранат нет, ничего нет. Ладно, в дом. Какой был неподходящий момент для перезарядки. Я пошел отсюда, слишком много. Возьму Стэн, он стреляет побыстрее. Черт возьми, я слишком много урона. Давай же, давай, вылезай. Это был риск, но он был оправдан. Теперь надо зачистить дом. Чисто. Все, дом зачищен. Пожимаю, столько возился, чтобы просто вынести какой-то пулемет. Который уже можно было и не выносить. Я уже подумал, там сзади кто-то стоит. Нет, все нормально. Да, я думаю, нет, прыгать из окна это вряд ли чем-то мне поможет. Конечно же, я спущусь быстрее, но мне кажется, я сдохну в процессе. Ладно, пора уже наступать в лоб. Вот как раз я пришел, все кончилось. Это плохое было оружие для борьбы со мной. Чё-то возьми, да это настоящий геройский джип. Мне за руль? Он его французиком называет, круто. Понятно, все. Наконец-то можно сесть в джип. То есть мне что, везти? А стрелять кто будет? Черт, нет, я не буду использовать контроллер как колесо.
Давай лучше я буду использовать лучше стандартное, так сказать, управление. О! Вот это круть. Третье лицо. Возьми, вы мне ехать не даете. Постоянно машину куда-то в трясину загоняете. Что-то возьми, нам обязательно ехать через немецкую базу. По-моему, это нецелесообразно. А если почти статуту, то это опасно. Лучше бы меня посадили за пулемет. Я бы чувствовал себя гораздо более безопасно. Черт, не надо меня трогать. Слава богу, танк кто-то вывел из строя. Я просто просачиваюсь между ними, потому что я призрак. О, давай быстрее, машинка. Давай, Вера, я верю в тебя. Чё, да... Чё-то возьми, становится экстремально. Направо так направо. Дорогу специально промаркировали для тупых. Извиняюсь, что тебя намочил. Я не хотел. Блин. Ой, черт. Ступил. О, черт. Какая печаль. You went missing while doing reconnaissance near the German air defense. You mean those Bosch bastards who shot us out of the sky? Sounds like payback time, eh, Doyle? We'll help you get your man back. Someone should stay at the rendezvous point in case Major Ingram arrives. Thanks for volunteering, Frenchie. Here is the situation. The German gunners are using a manor house as their barracks straight up that way. The flag gun is to the right. Ну, меня, как всегда, нужно решать. Ну, налево пошли. Я оружие буду брать. Как тебя зовут, а? Изабель де Фонтен. Надеюсь, я правильно это прочел. Чё-то возьми. Зачем? Все, теперь весь немецкий народ хочет моей смерти. Чё? Блин, ну почему он ее не бросает? Я просто не понял, почему. В чем была его проблема? Я нажал подобрать, и он просто держит ее в руке. Почему он такой дебил? Пошли сюда. Ну, мой персонаж иногда дебил. И не надо винить во всем меня. Я не виноват. Я такого не делал. Это все он. Это все мои хитрые пальчики. Вот теперь гранату пора бы и бросить. Иди гори, черт, почему вы не... Какого хрена? Почему немецкий солдат не умирает при взрыве бочки, а я умираю? Это нелогично, согласны, ребята? Я, знаете, я поэтому и подошел, я подумал, блин, эти бочки просто ничего не делают, и они взрываются для красоты. Нет, оказалось, они все-таки убивают, знаете, это логично, но... Почему-то немецкие солдаты не страдают от взрыва бочек, а английские солдаты страдают. Вот возьми, не ставьте мне дизлайк, просто потому что так вот печально у вас получилось.
Взорвем эти бочки прямо сейчас и избавимся от... от всех отвлекающих меня элементов. У меня гранат слишком много, я думаю, от них можно избавиться. Все, мой стен кончился. Так, ставить. Так. Так, что ли? А, переворачивает, то есть мы как бы закручиваем. Так, потянуть чеку. Так, я не хочу быть рядом. Это было просто слишком просто. Я знаю, постоянно принимаю на себя кучу урона, потому что... Просто это не потому, что я нублю, это потому, что это герой. Да и, блин, не знаю, я играю от... Не знаю. Я играю так. Для удовольствия, чтобы просто пострелять и насладиться... Не знаю чем. Не знаю, ребята, вообще отписывайтесь, вам игра нравится? Нет, потому что мне интересно. Ой, все. Почему я еще жив? Нет, искусственный интеллект, конечно же, врагов здесь не очень. Никак не очень, они тупые. Дико тупые. Наверное, это сделано специально, чтобы консольщики не перемучились. Так, давай, крутись, крутись. Тянем чеку. Нормально, поехали отсюда. Кстати, задание ошибочно было написано, потому что... Почему-то... А, то... Правильно, мне показалось, что мы уничтожили одну из трех. Нет, тут сказано, что осталась одна из трех. Нет, все правильно. Вот так, прямо в лицо. Ощущение, что фразы немцев в Call of Duty не менялись еще, блин, не знаю даже сколько, очень долго, очень-очень долго не менялись фразы у немцев. Они просто стандартные, по-моему, их даже не перезаписывают. Они были хорошие очень, да. Так, одной рукой буду поворачивать, потому что там, в принципе, поворачивают контроллер обычно двумя. Я буду одной поворачивать. Я знаю, слишком закрутился, он просто бы не было весело, знаете, взял одну руку, выставил вперед и переворачивай. Сейчас будет Новый год. С Новым годом вас, друзья. Что нам делать? Найти Марселя. Так, круто. Сейчас я должен искать какого-то ублюдка. Ладно, он нормальный парень. Что-то возьми. Надеюсь, это не был не Марсель. Знаете, он мог нас не признать. После всех тех грибов, которых он съел. Есть-то нечего, голод и все такое. Так вот, жрут грибы, потом не, не отличают свои от чужих. Инжеку!
Черт возьми, черт возьми, здесь война началась. Я прям казалось, это враг. Враг идентифицирован. Не спрашивай, почему я стрелял в пустоту. Я и сам не знаю. От отчаяния. Боже мой, почему тебя и пуля не задела? Такое ощущение, что я его не убил. Ну ладно. Чёрт, ну почему вечно мои гранаты вот так вот косо летят? Ну как косо, ударяются во что-то. Попал? Знаете, попал так попал. Так, трупы. Здесь должны быть трупы, а не люди. Все, теперь здесь трупы. Кстати, они гранаты обронили. Возьми, мы драться будем сейчас. Как мы его оттесняем, это классно, а? Все, столкнули его. Так, ну если гранат хорошо... Черт возьми! Как она могла влететь туда? Бастен, ты при мне выполнять не будешь. Черт, где враг? Где враг? На этом этаже что-то должно еще быть. Ну, наверное, может, нам надо с парадного входа, что ли, зайти? Не знаю. Мне как бы не трудно. Что-то, как всегда, гранату бросил хрен знает куда. Ну все, теперь нормально. Ну что, все? Ой, вижу один зеленый. Черт возьми, откуда вы все претесь? Вижу один зеленый маркер. Марсель где-то там. Среди врагов. Без друзей, семьи. Молочка. Черт возьми, я сюда не спускался. Я думал, там дырка или просто завал, который лучше не соваться. Возьми, я снова случайно бросил гранату под ноги. Вечная. О, наконец-то. Ça va bien, et j'ai les plans du dépôt de carburant. The Bosch will be out of force by now. Best to split up. Ладно, круто, вот наш Марсель. We must go. Что, обратно к джипу? Всего лишь? Да, все выглядит очень просто. Сейчас враги попрут. Вот я вам говорю, ребят. Сейчас на нас будет перейти армия, обстреливать нас из гранатометов и так далее. Я просто уверен, это по канону. Черт, джип сам... Черт. Those cherry buggers are right behind me. Doyle, you go with Keith and Monsieur LaRouche. Ладно.
You and your friend can ride with me. We'll rendezvous back at the Mackey base. Хорошо, почему я должен вечно водить? Почему здесь два указателя? Ладно, плевать. Да сзади, спереди, мне пофиг, я хочу пострелять из пулемета. Во всех играх Call of Duty я стрелял с пулемета, но никогда не водил. Да, я забыл, это Treyarch. У них, так сказать, все. У них своя атмосфера. Treyarch, своя атмосфера. Вот так вот объедем. О, черт, как это было круто, я думал уже все. Мост, мост, давай, давай, жми. Да, нам очень повезло. Мы его, кстати, разрушили. Что-то собаки на соседнем балконе издают очень странные звуки. Меня отпугает.